Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся одной уникальной практикой, с помощью которой вы сможете поправить свое здоровье. И что немаловажно, эту практику может провести каждый человек, вне зависимости от того, как вы себя на данном этапе ощущаете. Даже если у вас сейчас все прекрасно, чудесно и замечательно, в любом случае обязательно проведите эту практику. Она вам поможет, а возможно даже откроет вам вот то, о чем вы переживали или думали. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите: я здоровый и счастливый человек, истинно да будет так. Не забывайте писать ваше полное имя, это очень важно. Друзья, также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, нам очень-очень, друзья, приятно. Итак, друзья, сегодня это видео посвящено нашему с вами здоровью. Очень многие люди игнорируют то, что связано со здоровьем, и думают о том, что человек вечен и тело вечно и так далее. Но вы знаете, мир меняется, и часто бывает так, что вы можете даже правильно питаться, вы диетическую принимаете пищу, вы не используете ничего животного происхождения, но в один из моментов происходит так, что вы начинаете болеть. И здесь вы должны понимать и осознавать то, что в вашем окружении есть люди, которые стремятся любыми путями забрать у вас ваше здоровье, разрушить ваше биополе, потому что их раздражает то, что у вас никогда не болит голова, что вы не знаете, что такое низкое давление или высокое, вы не знаете, что такое аллергия и так далее, и так далее. И человек время от времени отправляет вам разрушительные вот эти негативные посылы. Многие думают о том, что ой, у меня что-то заболело голова, но вы должны понимать и то, с кем вы общались в ближайшие полчаса, час, или возможно даже вы могли общаться и по телефону, но помните о том, что тот поток, который вам отправили, он рано или поздно достигнет своей цели. Если вы в хорошем расположении духа, если вы ведете здоровый образ жизни, то вас вот этот энергетический поток очень сложно пробить. Но как только вы чем-то расстроены, вы чем-то недовольны, вы обескуражены, то и в этот момент появляются вот эти такие люди, они прямо чувствуют, что у вас упал уровень вот энергии, и начинают отправлять вам посылы. Здесь очень ваша задача это вот прочувствовать. Еще раз повторимся, бывает так, что человек смотрит за своим здоровьем, постоянно проходит обследование, постоянно старается есть побольше овощей, зеленых овощей, фруктов, орехов, даже пить всевозможные витаминчики и так далее, и так далее. Но в один момент наступает то, что наступает. Поэтому вам здесь в этот момент нужно задуматься, а кто же в вашем окружении на энергетическом плане пытается вам сделать больно, пытается вам сделать хорошо. И также обращаем ваше внимание, что бывает так, что вы сильный человек, и вас очень сложно энергетически пробить. Тогда эти посылы отправляются к вашим самым близким, родным людям. И они начинают, например, болеть. Или, возможно, вы замечали такие ситуации, вы где-то были на день рождения, на какой-то все вместе вечеринки, все было прекрасно, чудесно, а ночью происходит, например, отравление. Многие думают о том, что это отравление было, получилось так, что человек что-то не то съел, или были продукты питания испорчены, но это бывает так, что не кто-то отправил на этой вечеринке, отправил негативный посыл, потому что ему не понравилось, как вы выглядите, как вы улыбаетесь, что вы говорите, и так далее, и так далее. Вы в каждой ситуации должны это все обязательно анализировать и не пускать на самотек, потому что как только вы пускаете что-либо на самотек, в вашей жизни начинает происходить очень изменения, и не в лучшую сторону. Кроме того, вы должны понимать и то, что сейчас так устроен мир в последние несколько лет, что все то, что отправляется, хорошее или плохое, оно обязательно возвращается бумерангом тому человеку, который это сделал. Но сначала, к сожалению, оно достигает своей цели, а потом отзеркаливается и возвращается, и соответственно вы или ваши члены семьи могут это получить. Поэтому мы
вам предлагаем одну простую практику. Эту практику вы можете делать в любое время. Также и когда, если вы это делаете для своих детей, внуков эту практику, то в таком случае в этот момент представляете, а лучше, чтобы была фотография, но чтобы они были в полный рост и без каких-либо посторонних людей. Это очень важно. Итак, как мы с вами будем проводить практику? Для начала вам нужно взять самый красивый один лук. Один лук – это один член семьи. То есть, если вы все вместе проживаете и вас, например, трое или четверо, значит, возьмите, купите 3 или 4 лука. Вы даже можете сейчас после просмотра этого видео взять вот лук, возможно, у вас есть на кухне, в холодильнике, провести эту практику. Итак, берем. Условно у нас состоит семья из 4 членов семьи, да? Мы с вами берем 4 луковицы, берем самые красивые. Если они, знаете, вот есть маленький лучок, вы видите, что он какой-то там где-то что-то вам не понравилось, лучше пойдите в магазин или на рынок в самое ближайшее время и купите, пусть там будет пару килограмм, да, как вы берете себе для кухни, но из них выберите вот самые-самые красивые, они могут быть самые крупные. Далее, что мы делаем? Мы берем вот этот каждый лук, мы с вами разрезаем ножом на 4 части, именно на 4 части. И когда мы разрезали, обязательно это все мы оставляем на столе, и можно как вариант на подоконнике, но обязательно это должна быть только кухня, и оставляем на целую на ночь. Вот вы просто разрезали, и себе в этот момент представляете, что этот лук начинает вбирать любой негатив, который есть в вашем доме, в вашей жизни. То есть он выступает как магнитом, который вот притягивает и забирает любую темноту. Это очень важно, вот себе это представлять. Даже может быть такая ситуация, что кто-то из членов семьи воспринимает это достаточно глупо и так далее. Не стоит тогда афишировать, просто возьмите, проделайте эту практику, и не стоит обращать на внимание. Итак, мы разрезали, себе представили, что этот лук для каждого члена семьи вбирает вот этот негатив, вот эту боль, возможно какое-то раздражение, какие-то негативные посылы. Только не представляйте себе конкретного человека, вашего врага или недоброжелателя. Это очень важно, потому что очень часто бывает так, что вы думаете о том, что ваш враг, что ваш недоброжелатель – это Петя, а в конечном счете оказывается это Вася. И наоборот. Поэтому не представляйте себе конкретного человека, который вам нарушает вашу идиллию, а вот представляйте себе, что вот именно просто этот лук от этого человека забирает весь негатив. Если боитесь запутаться, то возьмите на листочке бумаги, напишите каждого члена вашей семьи, кто проживает с вами, напишите имена. Только, пожалуйста, пишем не просто так, например, Ирочка, да, мы пишем Ирина, не Шура, а Александра и так далее. Это очень важно, потому что многие люди допускают таким образом ошибку. И вот этот лук мы оставляем условно на подоконнике, разрезанным на 4 части до утра. На следующее утро, когда вам будет удобно, вы берете этот лук, в каждую в отдельную салфетку заворачиваете и заворачиваете в каждый в отдельный именно черный пакет. И вы выносите, куда нужно вынести? Нужно постараться вынести в безлюдное место и отнести к старому дереву, больному дереву, к старому дереву. Вы увидите, сейчас очень много зелени, но все равно есть деревья, которые вот не так выглядят, как есть. Вы подошли к этому дереву, и что нужно сказать, какие следующие слова, они очень, друзья, важны. Вы подошли и говорите: пусть этот лук заберет мои болезни и печали, а это дерево поможет мне найти исцеление и силу. Это если касается того лука, который соотносится именно с вами. Если это касается ваших членов семьи, то обязательно говорите ваших членов семьи. То есть вот бросаете к дереву, да, и говорите эти слова. После этого что мы с вами делали? То есть смотрите, мы первый лук, это ваш должен быть лук, и потом по старшинству.
Далее, после того, как вы оставили этот лук, сказали слова, то есть бросаем лук и говорим слова. Далее разворачивайтесь и уходите. Обращаем ваше внимание, что после этого, пока вы будете идти домой, вам могут звонить по телефону, вас могут встречать какие-то условно животные, птицы, ни на кого не реагируем. Вот просто, знаете, вот как будто вы набрали в рот воды. Это очень важно. После того, как вы пришли домой, обязательно для начала помойте руки, после этого примите душ и, пожалуйста, помойте волосы, это очень важно. И далее начинайте заниматься какими-то своими делами, что для вас важно. Обращаем ваше внимание, что здесь еще один важный момент, на который вам стоит обратить внимание. Те люди, которые отправляли вам негативные посылы вашей семьи, это может быть даже кто угодно, значит, будут в течение 3 дней к вам приходить. И здесь ваша задача понимать и осознавать, что вы из дома никому ничего не должны давать. Ни хлеба, ни соли, ни денег, потому что могут просить деньги, например, буквально на билет на общественный транспорт или какую-то такую сумму, которую вы вроде как точно дадите этому человеку. Вот никому ничего из дома не давайте. Также может быть так, что кто-то из ваших детей, друзей придет и попросит там что-то. Тоже никто ничего не дает. Также попросите, чтобы ваши дети или ваши внуки, с кем вы проживаете, ничего в течение 3 дней ничего не выносили и никому не давали. Это очень важно, потому что в тот момент, как только вы что-то передадите из дома своего, тем самым вы нарушите вот этот баланс, вот то очищение, которое вы проводили с помощью лука. На что еще стоит обратить внимание? Также ваши недоброжелатели могут прийти с чем-то. Это может быть и булочка, это может быть печенье, конфеты, все что угодно. В таком случае постарайтесь, если взяли в руки, то не ставить на стол. И после того, как человек этот уйдет, замотали в черный пакет и отнесли на мусорку. И старайтесь даже не открывать, не есть ничего, даже не смотреть. Вы знаете, ни в коем случае не отдавайте свою энергию вот именно этой вещи. Потому что те люди, которые вам завидуют, которые очень сильно злятся, они будут делать все, чтобы пробить ваше биополе. А вам это ни в коем случае нельзя. С этого момента вы же будете понимать и знать, кто из так называемых ваших друзей является вашим недоброжелателем. И здесь постарайтесь уже уменьшить общение, встречи, разговоры и так далее. Потому что, ну, ни к чему хорошему вот такие встречи уже не будут приводить. Потому что вы уже знаете, кто этот человек. Не надо с этим человеком ругаться, спорить, говорить и так далее. Людей вот таких вот с негативными помыслами, запомните их, вы их никогда не поменяете, пока их жизнь не научит. Поэтому вы поняли, вам высшие силы показали, кто есть кто, поблагодарили обязательно и идете дальше своей дорогой. Бывает очень часто так, что вот те люди, которые являются близкими, родными для вас людьми, это могут быть даже двоюродные братья, сестры, крестные, да, тоже оказываются вот такими не очень хорошими людьми. Вы должны понимать и то, что нужно ли вам такое общение, нужны ли вам в вашем окружении такие люди, которые делают все своими мыслями, словами, действиями, чтобы разрушить вашу гармонию, вашей семье. И многие хотим сказать о том, вот эту практику вы можете провести, даже если вы считаете, что у вас все идеально, что у вас все вот прямо замечательно и чудесно. Эта практика, как вы видите, он выбирает вот эту весь негатив, вот эту вот грязь, которая отправляется в ваш дом. Поэтому обязательно проведите в самое ближайшее это время практику. И вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. При этом, обращая ваше внимание, бывает так, что вы, например, на работе были, и вы, уходя с работы, тоже почувствовали какое-то недомогание. Тогда тоже обратите внимание на эту практику и ее проведите. Как видите, ничего такого сложного, тяжелого и ужасного нет, только понадобится буквально лук и найти старое гнилое дерево. И поверьте, если вы захотите, вы обязательно его найдете. Вот такой, друзья, сегодня очень важный
важной практикой мы хотели с вами поделиться. Пожалуйста, берегите себя, будьте внимательны, будьте осторожны, потому что сейчас время черной магии, к сожалению, наступает. Знаете, тьма никак, тьма не хочет уходить, и она пытается, знаете, вот с Ганитаром говорят, что сейчас самое тяжелое время, как перед рассветом. И вот так оно и есть. Происходят те события, происходит одно, другое, третье, и это все показывает, что нам с вами нужно все-таки быть чуточку внимательными, чуточку быть осторожными. И тогда в нашей жизни будет все прекрасно и чудесно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. И также поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация действительно будут полезна и важна. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.